Привет, сегодня мы поговорим о посудомоечной машине Hyundai, рассмотрим ее функции, особенности и, конечно, выявим все плюсы и минусы. Остаемся со мной, будет много интересного. Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту посудомоечную машину, ее элегантный белый цвет и компактные размеры, весом всего 25,5 килограммов. Она идеально вписывается в любой интерьер. И хотя многие предпочитают встраиваемую технику, не всегда есть возможность вмонтировать такое устройство в кухонный гарнитур. И вот тут на сцену выходит наша героиня, отдельно стоящая машинка, которая не занимает много места, но при этом предлагает все преимущества полноразмерных моделей. Кстати, если все же решишься на встраивание, то такая возможность есть, так что вариантов установки предостаточно. И не забудь заглянуть в описание под видео, там я оставил для тебя полезные ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод. Это твой шанс сделать покупку еще выгоднее. Эта посудомоечная машина – компактное чудо, которое уместится даже в маленьком пространстве, но при этом вмещает до 8 комплектов посуды. Две корзины для размещения посуды делают процесс загрузки удобным и эффективным, а два коромысла разбрызгивателя гарантируют качественную мойку, как у большинства стационарных моделей. Максимальный расход воды составляет всего 8 литров, что экономично и эффективно. А класс энергопотребления А+ говорит о том, что машинка не только экономит воду, но и заботится о твоих счетах за электричество. Уровень шума всего 49 дБ. Это означает, что машинка работает достаточно тихо и не будет мешать тебе, если, скажем, ты решишь почитать книгу или посмотреть фильм, пока она в деле. А еще есть функция использования средств 3 в 1, что упрощает процесс использования и дает возможность выбирать оптимальные моющие средства. Короче говоря, эта посудомоечная машинка – настоящий помощник на кухне. Она не только упрощает жизнь, но и делает ее немного уютнее, освобождая время для более приятных занятий. Отзывы пользователей – это важная часть любого обзора, я внимательно их изучил и готов поделиться с тобой своими находками. Итак, начнем с минусов. Посуда не всегда хорошо высыхает. Отсутствует дисплей. Нет отдельного отсека для соли. Узкий верхний ярус. А теперь перейдем к тому, что особенно понравилось пользователям. Компактная, но вместительная. Качество мойки на высоте. Две удобные корзины. Отсек для столовых приборов. Понятное управление программами. Работает тихо. Есть звуковой сигнал окончания программы. Экономичный расход воды. Несколько режимов мойки. Вот такой вот микс отзывов. Как видишь, каждый товар имеет свои особенности, и важно понимать, что именно тебе нужно от посудомоечной машины. Вот и подошел к концу наш сегодняшний обзор. Надеюсь, он был для тебя полезным и интересным. Не забывай заглянуть в описание под видео, там тебя ждут ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Также буду рад узнать твое мнение об этой посудомоечной машине в комментариях. И, конечно, если ты хочешь больше таких обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. Жду тебя в следующих видео. До скорых встреч!